Ну что, ребят, всем здравствуйте, всем здравствуйте. Да, сегодня продолжаем проходить эту игру. Modern Warfare 1, Call of Duty 4, да. Игра, кстати, очень интересная, мне показалось. Вот, и как я уже говорил, там до третьего дня дошел, проходил без записи, хотя думал, что записывается, и в итоге прохожу заново, скажем так. Вот. Блин, что же... В прошлой серии вроде только первый день, да, или два прошли, что-то такое вроде. Вроде первый день только прошли мы. Вот, было задание, такие, были такие задания очень сложные, но интересные. В этой же серии будет куда все интереснее. Поэтому, Саш, поудобнее, тогда пледик обязательно. Обязательно пледик, вот это, потому что у нас традиция такая. Кофеечек, чаечек, покушайте, как вы хотите. Занимайте удобное для вас положение места, скажем так, да, то есть лежа, сидя. А мы начинаем. Приятного вам просмотра. Так, да, нам меньше лагает. А, им похуй. Так, что у нас тут с вами есть? Пестик. Так, это... Я нечаянно. Ага, у нас есть с вами вот такое. Бля, вот здесь, кстати, было сложно. Ну, надеюсь, в этот раз не буду тупить. Все, let's go, давай. Погнали, опа. Погнали, блядь. Блядь, что? А почему он идет так? Ой, сейчас как будет сложновато-то мне чуть-чуть. Сейчас вы поймете почему. Ты давай, ебашь, блядь. Блядь. Калашек можешь взять? Так, на Г, да, вроде? Вставай, блядь. А, это, блядь. Ух, блядь, что нахуй? Долбоёб! Уйди, нахуй. Вот иди, блядь. А, они тогда так же бежали, блядь. Да, вот так кинем сейчас нахуй в световую, в пизду, блядь. Погнали, блядь. Мужики, я здесь. Так, это туда, блядь, сразу. Так, это... Ой, блядь! Блядь, я не... А чё их-то не трогает? Ну... Погнали, блин. Пацаны, погнали. Бля, ой, блядь. Я давно в эту игру что-то не заходил. Давай, блядь, ёпты. Нахуй сразу же, блядь. Того сейчас сразу гасим, блядь. Ну, блядь, выходи. Бля, мужик, я же знаю, что там есть, блядь. Чё ты там, блядь? Так. Давай, давай, погнали, погнали, мужики, блядь. Блядь, ты шо нах, чё вы съебались-то, блядь? Тут же больше никого. О, нихуя, я это, кстати, не помню тогда. Блядь, смотрите, сколько тут всего, тут есть много каких оружий, блядь, по факту, блядь.
есть вот снайп... Это снайпу вроде взял. Эй, блядь, обратно дай. Вместо пистолета, но пистолет, кстати, очень нужен. Но я тогда взял снайпу. Вроде эту. Калашки. Давайте также возьму снайпу себе. То, что мне с ней более привычно. Вот где эту, да? Или эту же? Вроде да. Да, вроде. Ебать, ТРПГ есть. Да что это за хуйня-то, блядь? Мужик, ты чё сидишь-то, ёпта? Да, я в шоке с тебя, блядь. Ёбаный чмо, нахуй. Да идите вы нахуй, блядь. Бан нахуй сразу же. Давай, блядь, чмо, выходи, блядь. Я знаю, что там, блядь. Сразу бан, блядь. Давай, блядь. Так, садим пока что, ну его нахуй, блядь. Давай, давай. О, бля, красавчик. Так, мужик, пока ты тут давай. Так, второе, F. Или вот это все-таки лучше. Блядь, что я делаю нахуй? А, здесь мы это все. Че ты там пиздишь-то, ёпта, хорош уже нахуй. Бля, РПГ есть, нихуя. Давай, кидаю нахуй, может, тебе. И тебе, бля, кину. Так вот. Сейчас дай-ка я, блядь, возьму-ка, блядь, один раз. Просто попробую, блядь. Бан, ёпта. Сюда, нахуй. Чисто так по приколу, давайте так. Чисто по приколу хуярен с вами. Все, это лаз была. Так, а... Дай мне вот эту, блядь. Так, здесь больше нет ничего. То, что мне нужно. Вроде нет. Ну, хотя лучше, конечно, взять пистолет, но я тогда ВП взял. Ой, ВП, блядь, снайперку взял, и мне было нормально. Да ты чё, охуел? Чё он за мразь, да, блядь, стоит-то нахуй? Ты всё, блядь. И не хувыёбываться тогда. Погнали, блядь, алё. Они все вышли, что ли, здесь? Нет, мужики ваши. По вашей стороне, кстати, идут. Бля. А, они все завалили их? Ну все, тогда заебок. Здесь больше никого. Ну че вы встали, погнали, блядь. Пошли, пошли. Здесь объекта нет, сэр. Здесь Алясада нет, сэр. Здесь. Красный волк. Здание чисто. Алясада нет. Прием. Так, мы. Ага. Понял, сэр. Конец связи. Всем быть на чеку. Мне только что сообщили, что Алясад ведет передачу с телестанции в полукилометре отсюда. Ох, сейчас самое интересное получится, ребят. Ох, вот оно самое интересное. Погнали, блядь. Давай, мразь, уйди, блядь. Вот чё вот он стоит, мне скажите, блядь? Этот чел, блядь, чё он стоит здесь? Так, перезаряжаемся, нахуй. Не, здесь пистолет прям нужен, да, я не спорю. Но я взял снайпу, потому что она потом мне пригодится. Очень хорошо. Бля, мужик, вы чё, серьезно, нахуй? Блядь, прям нормально так зацепило. Погнали, блядь, мужики, нахуй.
Бля, тогда тут, ребят, вы не представляете, сколько я тогда тут сидел с этой вот штукой вообще, блядь. Так, ебался с этой хуйней. Блядь, ну ёбаная слыта нахуй. Бать, ёбаный рот, блядь. Так, вон там вроде никого, блядь. Да ёбаный вы рот-то, блядь. Пидорасы, нахуй. Суки такие, блядь. Реально, посмотри, блядь. Так что снайп у меня, нахуй. Всё, блядь. Блять, вот чё, вот, блять, он стоит возле, блять, него, я ебу, блять, как. Где, блять? Мужик, ты можешь сказать, где ты, нахуй? Ну, я пришел, блять, алё. Эй, смотри, куда стреляешь! Сзади свои! Сейчас здесь, вроде, должны еще быть челики. Так сложно добить, нахуй, нет? Пошли прямо. Смотри, что сделаем. Где они, блядь? Я просто их не вижу. А, вон. Бан, блядь. Погнали, нахуй. Конечно, надо быстро все проходить, потому что они, блядь, тут респавнятся, пиздец, сразу же, нахуй. Шевелись! Шевелись, ебать. О, блядь. Там был чел, вон он, блядь. Мужик, тебе пизда, ты в курсе, блядь? Бан, блядь. Чтобы вспомнить, куда там идти. Он убил его? Ты убил его, мужик? Так, ладно, нам надо идти прямо. Вроде как, да, нам прямо идти в любом случае. Погнали, блядь, алё, мужики, нахуй. О, пизда, блядь. Блядь, я ебал. Я ебу и плачу. Ух, ёбаный ваш рот. Да идите вы нахуй, блядь. До свидания, блядь. Нахуй пошли, блядь. Видели, сколько их там много, блядь? Я ебу и плачу. Они убили их, все? Да. Че, нам куда идти-то, блядь? А нам идти прямо. Ты иди нахуй, блядь, свои гранаты, блядь. Нам сюда идти, да? Да. О, нам вот к этому зданию сейчас. Отлично, занять позицию на прорыв. Да уж такое. А, ты, блядь. Погнали. Мужики, погнали, блядь. Ебать, увидели? Блядь, стены, просто реально стены картона, они видели, простреливаются, прям пиздец как. Да, мужик, я крою. Мужик, проходим, проходим, я крою, если что, вас. Сейчас вот здесь будет пиздец полнейший. Блядь, тут они заходят и даже не смотрят, куда они заходят. Погнали, блядь! Блядь, мужики, у вас прям под боком здесь стоят они. Ёбаный рот, блядь.
Давай, 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 давай. Ой, это что-то пизда будет. Нет, тут тоже тогда был, ну, что-то стоял час или два. Может, даже меньше. Вот здесь, потому что их пиздец как много, ребятки. Ой, блядь, что нахуй? Ты охуел, что ли, блядь? Да, такое, блядь, честное слово. Ну, короче, надо сейчас там сначала выбить чмошников, блядь. Ну и. Вот, все, побежали они нахуй. Угу. Ну там главное их всех выбить, а потом уже можно бежать. Ты сука, блядь, смотри, что делает, блядь. Пизда вам нахуй, я тебе говорю. Давай, блядь, чмо нахуй. Где? Я же увижу тебя, блядь. Бан, блядь. Там сверху вон. Блять, мне пизда, да? Нет. Они, видите, респаунятся еще, блять. Ну это пиздец, прям полнейший. Я да их только тут выбивал, что-то сейчас стоял. А потом уже бежал туда. Ебать, мужик, сорян. Да ты охуел, блять! Почему, блядь? Пошел нахуй. Давайте, ребята, вы где, блядь? Я один тут, что ли? Блядь, откуда там так хуярит-то, блядь? Да иди ты нахуй с этой гранатой-то, блядь. Блядь, серьезно? Еще одна, блядь. Они, блядь, они не заебутся, блядь? Кидать-то эти гранаты. А, сосёшь, блядь. Да, блядь, вы серьезно, нахуй? Блядь, ты долбоёб стоишь, нахуй, за стеной, блядь. Главное, пожалуйста, пожалуйста, прошу. Блять, мужик, ты долбоёб совсем или да, нахуй? Я не пойму, блять, что? У тебя, блять, просто челики вот тут аж сидят, прям под жопы, нахуй. Мужик, вон у тебя там, блять, чел сидит, о чем, блять? Блять, такой ты долб... Блять, просто я в шоке от него, ты твой ебантяя, блять, полнейшего. Блять, просто под бок идут, нахуй, прикиньте. А им похую в целом, блять. Да мне похуй на него тоже, блять. А, нормально, блять. Блять, только не, пожалуйста, нет. У меня... Да, блять. Ну, да не... Блять, вот что это такое? Вот скажите мне. Вы мне просто скажите, что это за хуйня? Мы в целом похую или да, блять? Я просто нахуй в шоке, ребята. Я жду своих... Ой, блядь, извини. Я жду, блядь, своих людей, нахуй, чё. Пока не подойдут, блядь. Пока что, нахуй. Нахуй. Мне похуй. Бля, мужик, ты можешь что-то сделать хотя бы? Мужик, хоть что-то сделай, в своей жизни ты полезный-то, блядь. Ты как ебанцай, блядь. На, сука, блядь. Тварь, нахуй. Мужик, хоть что-то сделай в своей жизни. Хотя бы что-то, блядь. Давай, я тебя замотивировал, я надеюсь. А, это мои, блядь, сорян. Бля, мужик, извини, не хотел. Да я ебал того рот, блядь. И не против, не находится вроде здесь, вооружен, тут и тоже, блядь. Блядь, зато на хуйню мы пишем всякую, блядь. Сразу нахуй. Сразу, блядь. Сука, блядь. Я вас выебу, пидорасов таких, нахуй. Бежал, блядь. Нихуя он чё, блядь. Да пролази ты, ёбаный твой рот, блядь. Бан нахуй. Так, что, блядь? Ладно. Так. Суки, блядь. Смотри, что творят-то, нахуй. Ебать. Смотри, сколько гранат. Я ебу и плачу. Сколько...
Они просто закидывают гранатами. Это что такое вообще? Не, суки, я пройду этот момент, блядь. Мне похуй в целом, блядь. Я пройду этот момент. Вот убежал чмошник, нахуй, как всегда. Так, главное сейчас их тут, блядь, убить, нахуй, всех. Главное, блядь. Я же его возьму, отброшу тебя обратно, нахуй. Мне похуй, я буду отбрасывать гранаты. Погнали туда гранату. Хуякс, блядь. Туда гранату еще, нахуй. Не просто оттуда выбегать, прикиньте. Блядь, только попробуй чмошник, нахуй, дробовиком, блядь. Я тебе, блядь, дам, нахуй, еще. Блять. Мужик, 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 ты должен, блядь. Ты должен, мужик, блядь. Блять, отбрось, отбрось. Ну это пизда конкретная, нахуй, я говорю. Спокойно. Успокойся, просто успокойся. Просто успокойся, пожалуйста. Игра, дай мне, пожалуйста, пройти момент, я прошу тебя, пожалуйста, молю, блядь, дай пройти этот момент, блядь. Прошу тебя, нахуй. Ты чел, ну пройди ты, блядь, уже, ёбаный твой рот, нахуй. Ну это пизда конкретно, ну я, блядь, я не знаю, как проходить момент, я серьезно, блядь, не знаю. Мне сейчас гранаты еще захуярят, и все, блядь. Это ББ конкретно будет, нахуй. Они просто гранатов закидывают, и все, блядь, и больше ничего не делают. В целом, блядь. Да мне похуй, в целом, да, блядь. Хорошо, как тут можно еще пройти? Потому что я тогда вроде оттуда прошел. Ну, пизда-то, блядь. Как можно еще пройти? Через эти лавочки это вообще бессмысленно проходить. Потому что нам нужно вон туда, видите? Нам нужно вон туда с вами. Давайте я тогда поставлю вот сюда где-нибудь эту хуйню. И побежал, блядь, отсюда. Пизду, блядь, их. Как тогда, блядь, буду ебашить? Пизду, нахуй. Пусть сами что-то хотят, что-то... Бля, я снайпу не забрал. Бля, мне бы забрать свою снайпу, похуй, дай заберу. Я заберу. Не забрал, блядь, нихуя. Там пиздец творится, реально. Ну, я тогда так же играл вроде. Погнали, сейчас поставим быстренько. Вот сюда, блядь. Ну, блядь, еще бы я с ним не успею, если, блядь, еще пиздец будет полностью. Погнали, нахуй, этих чмошников, блядь. Бан, нахуй. Мне похуй, снайпу, блядь, вообще, блядь. Я вас выебу, нахуй, чмошники такие. Что она мне сделает, нахуй, блядь? О чем, блядь? Твоя граната, блядь, ебучая. Почему? Где наши все, блядь?
Серьезно, блядь? А не, они вообще борзые, блядь, максимально, ну. Они просто, им похуй реально. Они просто ебашат и все. Я даже не знаю, как это проходить, хуйня. Ой, я убил нихуя, я нечаянно, блин, причем. Они тут кончаются или они также будут респавнить? Чё он, блядь? Он даже не умер, блядь. Хотя мы в голову стрельнули. Нормально, чисто, блядь. Физика, блядь. Хоть и есть, блядь, но реализма, блядь, ноль нахуй. Просто, блядь, пизда-то, блядь. Просто челу там, блядь, стрельну нахуй в голову, он, блядь. Похуй, блядь. Похуй. Пиздец, ребятки, блядь. А тогда у нас было больше, блядь. Просто в шоке, блядь. Ну, типа, я в шоке, ребят. Они просто ничего сделать не могут. Это такое, блядь, честное слово. Это даже, это значит, не спецназовцы, реально. Это какая-то пизда, блядь. Они даже с хуй стены хуярчику понимали, блядь. Я также им помогаю по чуть-чуть так, что, блядь, у меня самого тут, он, видите, гасит просто сразу же, нахуй. А, у меня даже нет больше, окей. Тут вроде был гранат, блядь. Да охуел, что прибегать-то, я не понял, блядь. Просто они охуевшие, ребят. А мои все вот бегут и лягут сразу же, блядь. Ну понятно, нахуй, хули, блядь. На втором этаже, ну там, значит, с той стороны, что-то. Смотрите, они заканчиваются, блядь. Ну, почти они заканчиваются, ладно, короче. Где они там? Ну вот, чел, типа, я вижу. Мы тогда тоже вроде всех высекали, типа, сначала, потом бежали. Все?
Смотрите, их вообще больше нигде нет. Их очень тут много. Мужики, мужики, пошлите. Сдец, прикиньте, вот так надо было сразу сделать. В шоке, нахуй. Там тоже. Давай, мужик. А вот и наши парни! Так точно! Так точно! Не стрелять! Это свои! Никаких признаков Алясадоса. Хорошо! Десантники, заходим! Всем быть на чеку! Угу. Наконец-то, блядь. Бать, снайперка есть. Цербер, с тыла! Ух, ебать, теперь у нас побольше, кстати, это уже хорошо. Погнали, 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 мужики, пошлите, пошлите. Гоу, 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 мужики. Гоу. Сейчас здесь будут твари, я уверен, блядь. Заходим, блядь. Смотри, серпуга идет. Или с тактической, типа, эти, ну... Типа, вы поняли, да, блядь? Серпуга тактическая, типа. Кажется, он здесь. Я его слышу. Давай, блядь. Выполнять! Давай, блядь. Бан, нахуй. А здесь никого, да? Ну, пизда. Сейчас здесь еще вроде должны быть челики, вроде. Да. Да, нету. В эфир пущена запись. Она поставлена на повтор. Да. 1-0 в пользу военного. Грикс, выключите этот телефон. У меня все равно есть кое-что получше. Говорит Красный Волк. На телестанции чисто. Алясада нет. Угу. Передача шла в записи. Прием. Ой, наконец-то мы прошли. Спасибо, игра. Спасибо, игра. Вас понял, центр. Конец связи. Десантники! Слушайте меня! У нас новое задание! Быстро собраться и на выход! Ох. Жестко. Жестко. Танк из группы Альфа. А, тут третий день, болото. Как раз таки вот его я и не проходил, ребят, поэтому сейчас мы посмотрим, что нужно будет. Пошли. Здесь какая-то такая, блядь, и пест. Ух, блядь, откуда нахуй? Что за хуйня вообще? Защити танка Абрамс, блядь. Танк из группы Альфа застрял. Пошли, 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 не пизди много, блядь. Нужно спешить. Пошли. Огонь на подавление по зданию. Мы должны продвигаться вперед. Давай, ну, хотя бы уже получше, блядь, чем ничего вообще. И как мне это понимать, ребят, скажите мне. Танк из группы Альфа застрял в полкилометре к северу отсюда. Нужно спешить. Пошли. Погнали, блядь. Все чисто. Продвигаться вперед!
Тогда-ка я сниму. Повыше, блядь. Ни одна осталась, ребят. Пиздец, блядь, ну что это такое-то? Патриоты всегда говорят о готовности погибнуть за свою страну, блядь. Ну, блядь, интересный факт, нахуй. Давай, давай, пошли, блядь, уже, нахуй. Заебёте, блядь. Сразу же. Видите, я по ним стреляю, им вообще похую, блядь, в целом-то, нахуй. Он наряд за этот танк. Нахуй, за эту машину даже садиться больше не буду. Пизду, блядь. Блядь, не туда я. Тихо. Вот, блядь, что они ничего не делают, нахуй? Че, куда нам бежать? Там больше танка просто нет, там только взорная машина, блядь. Мужик, за тобой, блядь. Давай, 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 пошли, блядь. Шо, куда идем-то, блядь? Это пиз... Капец. Да нахуй мне эти, блядь, ваши факты. О, хотя бы тут сохранилось, уже хорошо. Заходите, мужики. Там сверху, прикиньте, еще палит кто-то, пиздец, полнейший. Че, куда, блядь, погнали. Тихонечко, с вами продвигаться, ребят. Джексон, ты и Райсевич наверх. Мы прикроем код. Выполнять. Ты охуел, блядь, а его нету. Давайте, мужики. Я извиняюсь, конечно, но... Чё-то упали. Давайте, погнали, блядь. Не стрелять! Мы на втором этаже! Ладно. Вас понял. Переносим огонь. А, блядь, это... Это ж чужие, нахуй, блядь. Я сижу, блядь. Думаю, о, мои, блядь, челики сидят. Охуенно, блядь. Погнали, блядь. Мужики, дальше, дальше, дальше. Идем, 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 блядь. Ну пизда, блядь. Проходим, 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 блядь. Это чтобы тут... Это от этого все, что ли? Понятно, блядь.
И ляша есть у меня, блядь. Ты посмотри, блядь. Пау, блядь. На четвертом, блядь. К их. Где его найду, блядь? Алло, блядь. Где, блядь, такой пулемет? Семи панулишь, да, вот к этому. Чисто, естественно, блядь. Куда мне? А, мне вниз надо, ёбаный рот. Ой, блядь. Больно? Вообще-то. Давай, давай, давай. Всё хорошо. А чё вы стоите-то тут? Огонь на подавление! Пиздец какой-то. Ой, блядь, это пизда. Мужик, куда бежать-то хотя бы, скажи мне. Сюда? Тварь, блядь. Это пиздец, ребятки. О, пизда там, блядь. ББ нахуй. Сразу же, блядь. Эти стоят, похуй в целом. Тут что, тварь, блядь. Угу. Проходим, проходим, мужики, блядь. Надо знать, где они, блядь. На переходе! Ух, ебать, тут пулемет есть. Это пизда конкретная, нахуй. Кто тут защищает благое дело, просто не могу быть террористом. Погнали сюда сразу же, мужики. Где я, нахуй, блядь? Заблудился, может, это нужно, блядь. Так, ну. А вон, блядь. О, блядь. Здравствуйте, блядь. Смотри, что творят, блядь. Просто они гранату закидывают нахуй, и все. Это наши челики. Кого, блядь, хватать-то нахуй? Джексон, бери джавелин и разберись с танками! Огонь по технике на другой стороне моста! Живее! Джексон, давай на второй этаж и огонь по танкам! А, вот так, блядь, ну сразу сказали, блядь! О-о-о!
ебай, охуенная, кстати, штука. Я вам так скажу. Смотри, мужики, погнали, погнали, мужики, погнали, погнали, блядь. Б6! Мы попали под обстрел к северу от перехода! Где вы, черт вас возьми? Мы почти на месте, держись! Танк с другой стороны перехода! Давай, возвращаемся к нашим! Да, я Альберт Эйнштейн, конечно. Ох, блядь. Блядь, ему похуй? А, это наши, блядь, извиняюсь, нахуй. Куда нам идти-то, блядь? А, мне к танку идти, типа. Прошел, прошел. А, ну. Противник кружил, уничтожил танк, блядь. П, похуй! Эй, 6, доложите обстановку, прием! Мы все еще окружены, сэр! Нас осталось четверо! Но танк еще на ходу! Прием! Противник с востока и с южного фланга! Удерживать позицию! У них взрывчатка! Не дать им приблизиться к танку! Б6, говорит кабан, пушка накрылась, но у нас еще остался пулемет! Ща. Хотя, даже не. Хотя, да. Именно да. Все, мужики, бегу к вам. Надо, конечно, танк защитить, окей. В этом чел отлетел. Где они, блядь, все? Как мне его защитить? Я даже не знаю, где они там все, ёбаный ваш рот, блядь. Мужики, ну вы чё, блядь? Хуйней страдаетесь-то, блядь. Восток, север, там, значит. Вон челик, я вижу там. Блять, где нахуй? Этот чел, да, стреляет? Нет. А, да, блядь. Я даже не знаю, как, блядь. Давай, 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 вот так вот. Оп-оп-оп-оп. Туда кидаешь бамс гранатку. И все, тут смотришь.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нормально все? Все хорошо, блядь? Все хорошо? Все хорошо у вас? Похуй, туда кидаю. Бля, ребятки, ну, блядь, помогите мне, блядь. Ну я же один тут нахуй не справлюсь, блядь. О чем, блядь? Хотя, знаете, один поле вон, как говорится. Ну там через. Давай, давай. Че, еблан, что ли, блядь? Да всем похуй на эту ЗПУ, блядь, ты можешь... ну понятно, блядь. Девочка, блядь. Ёбаный пиздец. Только не что с самого начала все еще будет. Ответ отрицательный, Б6. К югу от вашей позиции вражеская ЗПУ. Пока вы ее не уничтожите, мы не сможем выслать к вам вертолеты. Джексон! Разыщи ЗПУ и нейтрализуй ее, чтобы вызвать поддержку с воздуха! Это пизда, блять, ребятки. И как мне... А как я должен их расхуярить-то, блядь? Как я должен один-то? Да мне скажи ты! Умник, блядь, херов, блядь. А, нет, у меня нет пулемета. А, я просто не понял, где я нахожусь, блядь. Алло, нахуй. Прикройте его, блядь. Челики, стреляйте по ним. Да ёбаные вы гранатчики хуевы, блядь. Сука, я тебя выебу, блядь. Почему, блядь? Где еще они, блядь? А, вот чел, блядь, сидел. Че у тебя есть, блядь, мужик? А, понял. Ну да, хотя бы калаш. О, пизда, блядь. Так, где они еще, блядь? Вот сюда, на. Блядь, F, дай! F! Погнали нахуй отсюда. Давай! Чё, давайте. Джексон, поддержка с воздуха уже в пути. Им нужны наши точные координаты. Установи инфракрасный маяк. Конец связи. Пиздата. Да, такая, давай, они все реально, они такие сложненькие довольно-таки. Второй, видишь кого-нибудь? Нет, вы всех уничтожили. Вас понял. Все цели уничтожены, мы улетаем. Удачи, парни, прием. Фух, не, ну это было жестко, ребят, это... выполнено отлично. Конец связи. Отряд! Занять позицию у танка! Вперед!
Ну, конечно, еще одна волна сейчас будет, блядь. Внимание! У нас слишком мало времени, чтобы вывести отсюда. Займем позиции у болота. Здесь, здесь и здесь. Техникам нужно время, чтобы починить танк. Всем ясно? Еще одна волна сейчас будет? А, не, все. Бля, ребят, это было жестко, согласитесь. Это было очень сложно. Ну, типа, блядь, это прям капец. Особенно, когда тебе нужно подбегать, чтобы они дальше бежали, твои союзники. К какой-то точке, то это вообще, это жесть. День второй. Преследование. Ну, конечно, до той миссии я дошел и не проходил ее. Эту я не проходил еще тоже. Где-то летим мы. Вот, что это? Все, ББ. Ты все еще жив. Вставай. Давайте. Нам нужно торопиться, пока не прибыли поисковые отряды. У нас потери. У меня только пистолет. Зараза. Ладно. Зона посадки не так далеко. Выходим. Не, вот это непривычный, блядь. AC-130, но ему нужно время, чтобы добраться до вас. Прием. Это вообще без всего бежит. AC-130, да? Давно я на таком не летал. Сэр, с севера приближаются машины. Отмост, быстро! Похуй. Нам туда, блядь. Стойте! У нас гости! Что здесь происходит? Вам чего нужно? Не надо разыгрывать из себя идиота! Мы знаем, ты их где-то прячешь. Прячем? Кого? О чем вы вообще? Там у тебя огрущение. Ладно, да? Прикончим этих ублюдков, пока они старика не убили. Да вы серьезно сейчас? Все чисто. Отлично. Идем дальше. Да, интересно. Это что, блядь? Прожектор! Все на землю! Я не могу лечь! А, вот так типа. Да, понятно. Противник с тыла. Я вижу. Ответный огонь. Суки. Держите, блядь. Серьезно, ему похуй в целом, блядь. Мужик, да...
Блять, что за союзники, ебалай, блять, вообще. Ни себе, ни людям не дают пройти, блять. Блюдок, блять. Противник с тыла. Ответный огонь. Мы их задержим. Открывай дверь в подвал. Выполняю. Быстрее, блядь, мужик. Дверь открыта, сэр. Как нахуй? Ну как? Почему по мне? Да ебался, закрой ты нахуй уже. Пошел ты нахуй, блядь. Чмо, блядь, ебучая, блядь. Да как я должен зайти в этот дом ебучий-то, блядь? Этот хуй, блядь, стреляет. И как я должен потом зайти-то, блядь? Я в шоке, блядь. Ты ебался, закрой ты нахуй уже, блядь. Ну, блядь, что за... Что у меня за долбоёба, блядь, в команде? Я не пойму, нахуй. Николай хуиклай, блядь. Газ хуяз, блядь. Газ нахуй. Нет, блядь. Воздух, блядь. Уйди ты, блядь, сидит нахуй. Бля, я сейчас ему, я тебе, мне похуй будет, я в него стрельну, блядь. Давай, да, блядь, ну да это... Уже прям, реально, уже прям кипит жестко. Как я должен тут... Противник с тыла. Да не могу в этот ебучий дом твой пройти-то, ебаный ты, блядь, осёл-то, блядь. Не могу я в него пройти, блядь. Не знаю почему, блядь. Крой ты уже эту хуйню, блядь, давно, блядь. Ох, я у тебя буду палить. Раз, блядь. Раз, блядь, танец. Открывай дверь в подвал. Выполняю. Пизда-то, блядь. Дверь открыта, сэр. А мы с ним? О, наконец-то, хотя бы тут прошел, блядь. Пиздец, блядь. Как там пройти можно было? Они просто палят по тебе, блядь. Сами с этой хуйня, блядь. Чё, ДВ? Дай, бля, пройду этот ебаный, бля, дед. И чё вы ничего не сделаете, блядь, мне интересно. Вы мне можете сказать? Ты, бля, газ хуяз, блядь, или кто ты там, нахуй? Подород, лёпта, блядь. Чё ты ничего не сделал-то, блядь?
Что-то слишком тихо. Куда они делись, черт побери? Наверняка они сменили позицию. Пытаются отрезать нам путь где-нибудь впереди. И чем вперед, тебе одному? Всем быть начеку! Здесь что-нибудь есть? О! 2 из 30 обломков, блять. Охуеть себе. А чё за... Кого, блядь? Чего? А так можно? Чё? Всем быть начеку! Пизда-то чё? Ну, блядь, а чё он не нажимает-то, нахуй? Ну, что это за хуйня-то, бля? Подождите, пока собака, блядь. Нахуенно, блядь. Эти, блядь, долбоёбы ничего не могут сделать, извините, блядь. Ты, водород, блядь, иди отсюда, блядь. Не похуй, я здесь их встречу. Давай, сука. На, ёпта, бан, блядь. Всех нету? Это хорошо, блядь. Ооо, пизда здесь, блядь. Блядь, ты газ или кто-то там, нахуй? Где он, блядь? Чё ты тут встал-то, блядь, около меня-то, нахуй? Прячешься, блядь. Газ, блядь, ёбаный, блядь. Водород, ёбаный, блядь. Да, там, ребятки. Сука. Держитесь, вертолет возвращается. Ну, класс. Похоже, они не знают, где мы. Пусть так все и останется. Так, идем дальше. Быстрее. Вот что вот? Этот чел меня стопит постоянно, блядь. Мичлен? Кто это, блядь? Мид-чел, блядь. А, ну, понятно. Где вертолет-то, блядь? О, нет. Стойте. На мосту впереди часовые.
Следите за прожекторами. Идем дальше. Никому не высовываться. Так, он там. Там чел и здесь ходит. Забейте, ребят, это... Осторожно, вертолет! Иди, часовые! Следите за прожекторами! Угу. Идем дальше! Никому не высовываться! Нас засекли! Открыть огонь! Ответный огонь! Переходим через поле! Осторожно, вертолет! Ребятки, ну чё вы тут? Пошли, пошли, быстрее, быстрее. Где они, блядь? Чего? Граната! Пишите потихонечку, блядь. Ой, ну пока что все нормально идет. Я его задел, ему похуй, да? Все, погнали, мужики, дальше. Ты, блядь. Сричи творят, блядь. Сидят, сидят, ты проходишь, они по тебе стреляют. Вот там. Ой-ой, извиняюсь. Thank you.
Ух ты, блядь, хорош. Я понял, как надо, окей, окей, окей. Так, блядь. Угу, понял, блядь. Да какого ты хуй стреляешь-то по мне, блядь? Любой честный военачальник признает, что ты... Охуечный, блядь. Иди нахуй, блядь. Просто, чел просто на похуй срать, понимаете? Давай быстрее восстанавливайся, блядь. Да я ебу как его, блять. У меня даже снайпа и нету здесь ничего, нахуй. Там челу похуй в целом, блять, или как? Алло. Расстрелы фиксируются, блять. Иди, блядь. Не нужно быть героем, блядь, чтобы послать людей в бой. Блядь, да. Сука, я ж тебя разъебу нахуй. Ты можешь вот так раз сделать? Так два, блядь, сделать. И все, и кайфануть, блядь. Не простреливает, да, его? Не простреливает? Что такое, блядь? Чел упал нахуй там. Блядь, чилы, давайте проходим дальше, проходим, проходим. Там сейчас еще раз вертолетик хуй появится, да? Как-то куда ты побежал, блять? Куда, куда, куда вы побежали, блять? Ага. Такие вот, блять, они заебут нахуй. Смотри, они просто закидывают себя. Они просто закидывают гранатами, блять. Не, я устал уже играть в эту хуйню, честное слово. Честное слово, устал уже. Сот, блядь.
Да серьезно нахуй, блядь. Откуда, блядь? Черики, вы их не можете... Да... Какие вы... Какой вы спецназ капитан? Ты не можешь даже убить? Столько опыта, блядь. Какой ты нахуй, да, блядь, капитан? Еще понятно, вертолет вообще даже не стоит трогать. Блять, да какого... блять. Кто на вертолете летает, тот пидорас, блять, конкретно нахуй. С пулеметом, как крыса ебучая, блять. Действует, блять. Полный пидор, блять, я вам говорю, блять. Блять, ну что, как я скажу, как я должен, как, блять, как? Ах, пиздец какой-то, нахуй. Бала вашу жопу, блять. Чмо там, блядь, сидит, нахуй. Ограничено, блядь. Пошёл ты нахуй, пидор, блядь. Не дай бог меня сейчас подзорвут, я тебя выебу в жопу, блядь, поверь мне уж. Я это сделал очень хорошо даже. Ладно, не буду уже, значит, взорвется. Да вы заебали сюда. Куда мы идти-то, бля? А, нам туда аж. Ну туда вроде летит. Ой-ой-ой, блядь. Вот понимаете, как я должен? Я должен был дальше пробежать, что ли? Полковой, блядь? Да мне похуй, что там полковой, блядь, ебучий. Пидорас, блядь. Пидорасы вы конкретные, нахуй, ребятки, блядь. А вот и попался, блядь. А, пиздец, блядь. Охуенно, блядь. Да, мужики, ну почему никто не проходит-то сейчас, блядь? Бля, честно, просто, блядь, нервы сейчас к хуям, блядь, будут уходить. Просто в жопу нахуй куда-нибудь, блядь. Пидор, ты там сидишь, блядь. Иди ты нахуй, блядь. Давай охуеть, да ты иди ты нахуй с пулеметом, ты, блядь, крыса ебучая, блядь. Не дай бог, я сказал мне сейчас. Капитан, вот наконец-то капитан пошел, блядь.
Идите нахуй, блядь, с гранатами нахуй. Чмошники кидают гранаты такие, знаешь, блядь. Где он, этот вертолет? Вон он, блядь. А как? Где, блядь, он? Я же не вижу его, блядь. Чего, блядь? Я в шоке, ребятки. Я в шоке, блядь. Я в шоке некотором нахожусь. Все, там вот гнида, блядь, сидит, нахуй. Идите, идите нахуй с инкарнатами, блядь. Еще эти пидорасы гранаты кидают, я вообще в ахуе. Не, на пулеметчик как-то ёбнут, но у меня нет снайпы, блядь, я говорю. Хлоп, снайпа, я бы, конечно, да, я бы, конечно, его, бом-бом-бом. Я бы, конечно, его, да. Бать, как? Вы мне объясните кто-нибудь? Как, каким хером я должен это все? Он просто типа летает туда-сюда, все. Я там сейчас чела убиваю, там уже всех, да, уже все. Сейчас я этого чела убиваю здесь, наверное. Посмотрим, что из этого выйдет. Попал. Попал, видели, слышали? Вот такое, блядь. Он сейчас тут тебя, да, будет около меня летать, окей. Все, погнали, блядь. Мужики, бежим. О, ну конечно, блядь, естественно, блядь. Сука, эти, блядь, так попробуй чмо, блядь. Попробуй чмо. Ну, блядь, за что нахуй? Ну только, блядь, прошел, блядь. Хуите, блядь. Блять, ну ебал того рот. Блять, чего ты не можешь вот так убить, нахуй? Ёбаный ты, блять. Ёбаный вы, блять, долбо... Блять, извиняюсь, в пизду. Я сейчас, нахуй, я просто сейчас разъебу все. Просто ебантяй не спецназовца, блять. Честное слово. Даже капитан ебучий, блять. И ты, нахуй, с своим пулеметом там сидит, он, блять, дрочит, блять, нахуй с ним. Блять, я ебал того рот, нахуй. Пизду. Не, ребят, я серьезно. Я все, я сейчас, нахуй, просто охуею. Сколько серий хотя бы идет? Сколько серии идет? Серии идет 2 часа. Ну, нормально, нормально. Ну, думаю, где-то 40-50 минут сделала. Короче, ребята, вот такая серия получилась. Спасибо вам за просмотр, да, вот. Надеюсь, вам понравилось. Давайте следующую серию как пройдем. Эту вот миссию до конца. Потому что я сейчас просто охуею. Вот, в принципе, все. Поставьте лайк. Для вас это вот реально секунда, для меня это реально жесткая подача. Подписочка, колокольчик, чтобы знать первым, когда выйдет новое видео. Первое, когда будет новое видео. В принципе, все. Увидимся в следующей серии, давайте.